вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает. Задайте себе вопрос: за что вы воюете? За страх ваших вождей потерять власть? За их образ жизни, созданный на деньгах, украденных у вас и ваших семей? За их тупость и некомпетентность? Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы вам об этом ни говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа. А вооруженные силы Украины защищают свой народ и свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи, детей и будущее до последнего. Подумайте и вы о своих семьях. Вашим близким нужны живые, здоровые отцы, мужья и сыновья. Нужны дома. Жизнь дана не для того, чтобы исполнять преступные приказы путинского режима. Сохраните свою жизнь и будущее. Откажитесь от участия в кровавой путинской войне. Сложите оружие ради вашего безопасного и мирного будущего. Командование вооруженных сил Украины предлагает вам сдаться в плен и вернуться домой. Мы гарантируем соблюдение Женевских конвенций по отношению к пленным, медицинскую помощь, связь с родными и близкими. Всем сдавшимся в плен гарантируется контроль соблюдения их прав Международной организацией Красного Креста. Все те, кто сдался в плен, оформляются как попавшие в плен во время боевых действий. Это позволяет избежать преследования со стороны российских спецслужб и гарантирует сохранение для вас всех положенных выплат. Те российские военнослужащие опасаются преследования со стороны российских властей и не желают возвращаться в Российскую Федерацию по обмену, получат защиту и убежище на территории Украины. Кроме того, за добровольную сдачу украинской армии вооружения, военной техники и боеприпасов мы предлагаем достойное денежное вознаграждение. Это не предательство. Это нормальная реакция нормальных людей на преступную войну. Для того, чтобы сдаться в плен по предварительной договоренности, нужно связаться с представителями вооруженных сил Украины по телефонам круглосуточной горячей линии +38 066 580 34 98 +38 093 119 29 84 или воспользоваться чат-ботом в мессенджере Telegram «Хочу жить». Если вы не можете связаться самостоятельно, сделайте это через своих родных и близких. В случае полного отсутствия связи, сообщить о своем желании сдаться в плен можно, выполнив следующие условия. Выйдя в район позиций украинских вооруженных сил, громко заявить о своем желании сдаться. Разрядить оружие, отсоединить магазин. Обозначить свое желание сдаться материалом белого цвета, флажком, видимой повязкой на оружии. Выполнить все указания украинских военнослужащих. Сохраните свою жизнь. Сберегите свою честь и достоинство. Вернитесь к своим семьям и живите мирной жизнью. Это лучше, чем остаться мертвым оккупантом на чужой земле. Сделайте правильный выбор.